расположены в Портленде на пересечении 172 и Division и в Ванкувере на пересечении 120 и Милплайн. Наш телефон 503-760-0778. Мы заботимся о вас и вашем здоровье. Церковь – это не здание, не конфессия. Это люди, имеющие отношение с Богом и друг другом. Церковь «Бог усмотрит» приглашает вас на воскресное служение на 1:30 дня по адресу 2500 South East Palm Blade Road, Грэшем, Орегон. Внимание! Редакция медиахолдинга Slavic Family не несет ответственность за содержание рекламных сообщений и авторских программ. You are listening to KXET 1130 AM Stereo, Mount Angel, Oregon. Radio Slavic Family. Нанесите тройной удар. Комплексная реклама. Ваши услуги на нашей платформе. Реклама в журнале, газете и на радио. Мы поможем вам достичь максимальную аудиторию. Скидки для новых клиентов. Наши низкие цены и быстрые сроки выполнения заказов удивляют даже нас. Звоните 971-238-46-87. Общественное радио «Slavic Family». Радио номер один. Продаете или покупаете недвижимость? Обратитесь к риэлтору компании «Премьер Property Group» в штатах Орегон и Вашингтон Александру Сорокину. Как профессионал своего дела, он уверенно проведет вас по сделке, представляя исключительно ваши интересы. Оперативно окажет необходимое содействие во всех попутных вопросах и с максимальной выгодой для вас. Высочайший уровень и качество риэлторских услуг Александра Сорокина – ваш правильный выбор. Только для вас 4 раза в неделю в прямом радиоэфире авторская программа Александра «Двигаем недвижимое». Звоните Александру 503-863-9369. Добрый день. Как обычно, по вторникам и пятницам мы говорим о недвижимости в прямом эфире, а потом мы повторяем в другое время, в субботу и воскресенье, а также вы можете слушать на сайте, и не только слушать, но и смотреть, и в социальной сети Facebook вы также в данный момент можете видеть картинку. Сегодня мы постараемся поговорить о многих вещах, и, надеюсь, вы нам тоже поможете, будете нам звонить. Во-первых, мы сегодня рассмотрим текущую ситуацию на рынке недвижимости, о том, что происходит на данный момент времени. Потом у нас впереди весна, весна, ой, красна, и каковы наши весенние ожидания, то есть и экономические, и политические, и другие аспекты, которые как раз могут повлиять на наши с вами ожидания, на наши с вами интересы. Ну и также рассмотрим взаимосвязь покупки дома, а также поговорим о налоговой отчетности покупателя. Сейчас налоговый отчетный период, и потенциальные покупатели, продавцы занимаются налоговыми отчетами. Вот об этом мы сегодня также поговорим. Так, и самое главное, дорогие друзья, пожалуйста, звоните 971-319 11:30, участвуйте в нашей передаче, задавайте вопросы и по телефону, а также вы можете присылать текстовые сообщения по этому самому номеру 971-319-11:30. Добрый день, Александр, как настроение? Добрый день, Андрей, добрый день, дорогие радиослушатели, спасибо, настроение отличное, рабочее, у нас все кипит, бурлит, как обычно, и вот первый вопрос, с которого мы сегодня хотели начать наш эфир, да, это текущая ситуация, которая, наверное, всех волнует, всех интересует, и вот видите, у нас все эти три вопроса, которые мы сегодня будем рассматривать, они так или иначе взаимосвязаны, они завязаны за вот то, что происходит, то, как лучше спланировать свою покупку или продажу в предстоящей весной, и как это все завязано у нас за налоговые декларации. То есть вот эти три вопроса мы сегодня будем рассматривать. Пожалуйста, обращайтесь, звоните. Я думаю, что сегодня вы много интересного услышите. Много из этого вы уже, наверное, и так знаете. Просто я это в таком систематизированном виде решил сегодня рассказать, чтобы оно как-то более корректно, что ли, отложилось в памяти и стало более понятно, какая должна быть последовательность действий, что идет зачем, как не бежать впереди паровоза и как не упустить самое главное и не подменять одну стадию другой. То есть все, чтобы было четко, последовательно и понятно.
именно вот при таком раскладе у вас будет, соответственно, хороший pre-approval, вы найдете себе дом в рамках, и в рамках этой цены, и, соответственно, правильно читаетесь перед государством, потому что все это у нас впереди, у нас еще там почти 2 месяца этой отчетности, поэтому слушайте внимательно, задавайте вопросы, и будем, соответственно, разбирать их, и я буду очень рад на них ответить. Итак, что касается текущей ситуации. Вы знаете, за последний месяц, вот, наверное, если мы сравним это с концом января, сейчас у нас уже почти конец февраля, ситуация кардинально вообще никак не изменилась. Мы не видим никаких таких серьезных движений в какую-либо сторону. Мы не видим никаких политических или экономических катаклизмов, которые бы так или иначе на это влияли. Мы все чего-то ждем, мы живем в каких-то ожиданиях и думаем о том, что вот обещанное президентом должно рано или поздно начать исполняться, и за этим, соответственно, пойдут какие-то логичные изменения, но пока ничего не происходит, пока они там в Белом доме делят свою какую-то кухню, кто там за что отвечает, кто кому что не так сказал, криво посмотрел, превысил полномочия или не превысил. То есть вот пока это все на этом уровне идет, соответственно, у нас, на нашем здесь локальном рынке недвижимости это никак не отражается. Из чего мы можем однозначно сделать вывод, что если у нас вот там не станет хуже, а останется хотя бы как там было, да, или пускай они там занимаются чем угодно, но чтобы это не выходило на улицу, так скажем, не выходило на, не оказывало внешнего влияния на нашу обычную повседневную жизнь, то, скорее всего, у нас здесь ничего и не изменится. То есть у нас, мы как жили определенными стандартами, жили определенными ожиданиями, у нас были определенные такие уже исторические традиции с точки зрения там снижения, коррекции, повышения цен и так далее. Мы, скорее всего, все это и будем с вами дальше наблюдать. Единственное изменение, которое у нас за последние 3 месяца произошло, 4 почти уже, да, это только то, что у нас изменилась ставка в связи с тем, что все ожидали каких-то очень серьезных резких движений со стороны президента и что непосредственным образом должно было отразиться на экономической активности, что вернуть промышленность в страну, создание миллионов рабочих мест там, и так далее, вроде как бюджетные вливания, раскачка инфляции, соответственно, это должно было в теории отразиться на процентных ставках на моргидж и так далее. То есть пока из всего этого вот эти ожидания только отразились на ставках. Но то, из-за чего это, они должны были эти изменения произойти, так ничего и не произошло. И сейчас мы видим, что, наверное, это все-таки в пользу покупателям, потому что процентная ставка по самому распространенному 30-летнему моргиджу, она все-таки немножко скорректировалась вниз. И если мы наблюдали там 4,3 совершенно недавно или даже и выше, то сейчас мы видим, что где-то в районе 4,15, там 4,2, она все время скачет, плавает, но тем не менее вот этой вот тенденции на однозначное повышение пока мы не наблюдаем. Это, конечно, сильно выше, чем 4, что оформляли люди еще год назад, но, по крайней мере, вот в этом месте мы видим, что небольшие изменения есть. Что касается предстоящих неоднократных повышений ставки рефинансирования или процентной ставки Федерального резерва нашего Центробанка, тоже много об этом разговоров. Постоянно, в общем-то, люди, как правило, некорректно связывают эти явления и последствия на рынке недвижимости. Так вот, если мы увидим, что ставка Федеральным резервом повышается, то, скорее всего, ставка на наш моргидж будет понижаться. Это два явления, которые, они хоть и взаимозависимые, но одно прямо, вернее, обратно пропорционально другому. Может, не совсем пропорционально, но то, что это при повышении одного понижается другое, это, как правило, мы видим. И все и лендеры, и лоун-офисеры, и прочие другие люди, связанные с финансовой индустрией, они это очень четко отмечают. Мы это неоднократно слышим на всех наших семинарах по повышению квалификации риэлторов, где выступают и оценщики, и лоун-офисеры, и они говорят, в общем-то, о том же самом. И, ну, они не то что говорят, они констатируют то, что мы и так уже видим. Потому что если мы будем анализировать то, что и так уже есть, то просто мы будем слышать определенные подтверждения, может быть, с какими-то там нюансами, с какими-то деталями, но основа нам и так понятна. Поэтому, если вы будете слышать о том, что будут повышаться ставки Федерального резерва, вас, как потенциальных покупателей, это никоим образом не должно пугать. Потому что в подавляющем большинстве случаев это не оказывает никакого влияния на 30-летний моргидж, а то еще и снижает его в плане процентной ставки.
то есть делает его более доступным. Поэтому это, если правильно на это смотреть и правильно это понимать, то, соответственно, и бояться этого не стоит. Надо просто к этому правильно относиться и свои планы, так скажем, выстраивать на предстоящий год. Если мы слышали, что эти повышения будут неоднократные, то, скорее всего, у нас и коррекция этой процентной ставки на 30-летний mortgage, который сейчас там 4,2, грубо говоря, она может все-таки спуститься ниже 4. Это не то, что мой прогноз или чей-то прогноз, это просто обычная логика. И мы смотрим на эти явления, мы видим, что постоянно вот эти движения разнонаправленные. И если это будет так происходить, то, наверное, это будет нам просто в помощь. Единственный, пожалуй, минус вот этих повышений ставки Федеральным резервом, это то, что всякие проценты по кредитным картам, по автокредитам и по прочим потребительским кредитам, они будут выше. Потому что вот это прямое влияние именно на них, но не на моргейдж, особенно 30-летний. Поэтому, поскольку мы говорим о рынке недвижимости, то связываем все события экономические, рыночные, политические и прочие именно с тем, что у нас здесь может произойти, что может измениться. Мы также говорили о вот этом событии, которое хорошо, что не случилось там это наводнение, да, с этой плотиной в Калифорнии, что вроде как обошлось, вот, но, на мой взгляд, это было бы для нашего рынка аренды, прежде всего, очень катастрофическое явление, потому что если бы оттуда все уехали, то, ну, очень большая бы часть их осела здесь, и поскольку эти люди были бы такими экономическими беженцами, то, скорее всего, наша арендная плата здесь бы выросла еще сильнее. Именно аренда. Потому что это, ну, у людей нет денег, у них пока там с домами ничего не понятно, и у кого там была страховка, тоже непонятно, когда бы они получили эти средства в компенсацию, но жить им где-то надо, и платить им надо за это сейчас. Соответственно, все их накопления пошли бы сейчас на аренду. Это бы, конечно, мгновенно не отразилось на повышении цен на само жилье, если бы мы говорим о покупке, да, но на аренде бы это отразилось мгновенно. Потому что внезапно возник бы какой-то супер спрос, и то предложение ограниченное, которое у нас и так сейчас есть, оно бы просто взвинтило эти ценники, и это бы продолжалось какое-то время. Поэтому хорошо, что это обошлось, да, то есть это опять вот какое-то явление где-то там, да, и как оно может отразиться на нас здесь. Поэтому, опять же, если смотреть на эти вещи, смотреть на экономическую подоплеку и о том, что, допустим, если мы говорим об этих потенциальных беженцах с той территории, которую бы затопило, то это не те самые калифорнийцы, к которым мы привыкли, которые приезжают сюда с кучей денег, потому что там что-то успели продать и здесь покупают. Это как раз, наверное, другая категория людей, которая все-таки относится больше к такой, как, ну, беженцы, что ли, по каким-то экономическим причинам, по вот этим вот климатическим и прочим природным явлением, и на самом деле мы бы здесь очень сильно просели, по крайней мере, все те, кто так или иначе связан с арендой. Вот мы в прошлом эфире обсуждали вопрос, Андрей, по поводу увеличения арендной ставки в Портленде там на 10%, что там кто прав, там лендлорд или там арендатор, и здесь просто бы вполне вероятно могло получиться так, что лендлорды бы стали повально пользоваться этим правом на принудительное усиление, потому что они бы были вынуждены реагировать незамедлительно на внезапно возникший спрос со стороны тех же самых калифорнийцев, которые бы могли сюда вот приехать из-за той проблемы, которая там имела место. Но, слава богу, она не стала какой-то очень такой апокалиптичной, да? Но если бы это произошло, и внезапно здесь бы там 100 тысяч людей или там 50 тысяч людей появилось, которым где-то надо всем жить, то у лендлордов, получается, вот это право, оно бы, они бы стали им пользоваться, они бы стали выселять тех людей, которые платят мало, для того, чтобы взвинтить цены, чтобы те, кто сюда приехал, начали платить много. И, ну, это как один из вариантов. Тем более, калифорнийцы традиционно платят больше. Ну да, и для них это привычно, они...